Если по нижней тропе. Ну, конечно, ночевать, значит, тут, да? Девочки. Ну, сюда. Будем ждать, пока они пойдут. Ко мне пойдут на скале? Сейчас ты еще, наверное, распакуешься вот так. Стоим. Да? Да? Да?
Может покурить? Если найдем... Это все мелочи. Экстрим впереди. Да. Это так, это было стул. Сколько? Там экстрим. Там один попозже. Что просачивается, я думаю, где-то. Не, ну смотри, там же какая почва есть, смотри. Вот, же вокруг него там. Да, уже лестница. Самый дальний. А тот, который ближе, между новым светом и сюда. Тот? А там только какой-то поселок еще. Может быть даже туристический. Там какое-то старое озеро внизу, то ли было, то ли высохло, да? Да, они туда ездят отдыхать на Меганом, да? А что там на маяке? Ну как, вот там где? Это долина Тавра? Ну, где он называет почему? Нет, смотри. Давай вытягивай. Назад, и там есть выход, только вы вверх зашли, а вы ниже должны выйти отсюда из этой пещеры.
Я первый пойду, стой. Да пойдем уже, ну что-то холодно тут. Антон, зимнюю резину? Да, точная технологическая работа. Там прицепить, там отцепить, там туда, там сюда. То есть она лезет на руках, но под страховку? Конечно. Слои облаков и слои вот этих лесов.